Рита. Добрый день, друзья. Посмотрите, познакомьтесь, кто. Наши попугаи сидят в шоке, да? Гоша. Вот он. Да, Гоша. Разговорчивый. Не то слово. Нам с ним будет очень весело тоже. Ну да, нам так-то скучно было. Да, Гоша? Вот так. У него нет хвоста, он не умеет летать. Вот. И он типа как Жоя, только меньше. Но разговорчивый. Но разговорчивый, щебетун. Щебетун. Не знаем, и учной, не учной, да, Гош? Да. Пока не учной. Пока не учной. Но ничего, Гош, у нас не такие пчелы жужжали. Да. Зато эти все молчат. Наши все притихли, прикрывай. А, ты будешь водичку ему? Водичку ставить, да. Ну, а здесь звезда. А тут... Красавица. Рита. Ой. Рита Маргарита. Рита. Да. Кеша, женихаться. Вот такая, Рита. Мадама. Рита, девочка недобрая. Да, ну... У нее такой хорошенькая, красивенькая, да. Но видите, взгляд у нее такой прям, ох. Рита Маргарита. Кеша такой, ага, сидит, да? Да, Кеш? Как тебе рядом Рита Маргарита? Будешь учить разговаривать всех? Да. Ага. Зато весело будет, не скучно. Ой, весело же. У нас так-то же скучно. С утра придешь и скучно. Да, Рита? Рита, красотка. Да? Угу. Ритуля, красотка такая. Так что, друзья, у нас тихо, спокойно не бывает. Не знаю, как вам, а мне нравится. Вот. Главное, папе нравится этот хор имени Алексагиных. Да? Гоша. Гошечка. Гоша, такое ощущение, что не ел. Ага. Это наши попугаи, они летом были в вольере, а сейчас, друзья, они поссорились. Летом они были вместе, вы их могли видеть. А сейчас почему-то они поссорились. Да. Мне кажется, что именно Рита выщипала Гоши хвост. А вот мы попытались их сейчас соединить. Да. Но Гоша ее начал бояться. А Рита такая доминантная самка. Да? Поэтому теперь они у нас. Да? Эй! И наши прямо все примолки. Глянь. Кира такая, так, какая Рита? Выпустите меня. Сейчас я этой Рите скажу, Маргарите. Быстренько объясню, кто в доме хозяйка. Да. Ну, как-то так. Думали, хотя бы будет 4 клетки, но сейчас попытались их соединить. Думаю, нет. Лучше по-разному. Ну, вот эту большую клетку разъединили. Разъединили, да, та, что была большая. Жоя. Жоя подкрадывается. Жоя, ты думаешь, папа не видит, да? Так. Ты самый умный. Так, Жорочка, Жора. Давай, клювик, давай, папа, клювик почешет, Джой. Вот так, давай, клювик, вот так, папа, почешет. Вот скажите, что они ничего не понимают. Все понимают, да, Кеша? Все понимают. Сказали, клювик, папа, почешет. Все, клювик вынул. Да, и улыбается. Ты видишь, он улыбается? Жорочка, скажи. Скажи. Жоя, хороший мальчик. Да? Ну, ребята, вам вообще теперь не скучно? Да. Можете переговариваться. Я вам музыку включу. Сейчас вам включат музыку. Сидите, щебечите. Все, запоминайте текст. Будете нам потом политинформацию проводить. Да. Все, пока. Пока. Пока, Кеша, ты за главного. Пока. Смотри, какой он. Ты единственный, кто может и рассказать потом, что здесь было. На клюве. Остальные будут молчать, как партизаны. Пока. Пока, мой хороший. Пока. Жоя, учи текст.
проверю. Надо уже начинать разговаривать. Учи текст. Ага.